У них очень много чего лучше. Но я вам дам натуральный показатель, который люди запомнят, потому что как вращаются резервы, и сколько БТУ длится и период обучения, и что если они не сдают. Я понял, что у нас дела плохи. Ну, скажем так, существенно осложнились. Скажу, когда. В феврале 23-го года. Больше, почти год назад. Знаешь, когда? Когда я впервые узнал, что российские подразделения десантников готовили из мобилизованных, не сдали батальонное тактическое учение с боевой стрельбой, что является вершиной боевой подготовки, вот они, тактической. Они подразделения вновь созданы, проходят. Ага. Сначала одиночная подготовка, потом отделение, взвод. Вот. Финальный экзамен – это батальонное учение тактическое с боевой стрельбой. Они их не сдали и их оставили на второй цикл подготовки. Ага. И вот тут я понял, что у нас начались большие проблемы. Потому что что? Они начали качественно готовить смену. То есть они насытили оперативное пространство, а там дальше у них уже появились резервы, которые... И половину мобилизованных загнали, просто заткнуть дыру на фронте, а половину начали качественно готовить. И вот с этого у нас начались проблемы. Первое, значит, у них средства на подготовку есть. Второе, время на подготовку. Третье, они выпускают подготовленный резерв. И с тех пор у них так. Ну, бывают отдельные срывы, но в целом у них это все в порядке. Второй момент, в большем порядке, чем у нас. Второй момент, я могу тебе сказать, но я приведу простой эмоциональный такой пример, который все хорошо поймут и запомнят. Значит, дилемма украинца звучит так, как любого человека. Вот он всегда стоит перед... Война ставит всегда перед выбором, как и жизнь ставит перед выбором. Подумать или включить эмоции. Поржать, например. Как у нас комментируются многочисленные выводы в видео, там, где российские раненые солдаты взрывают себя гранатами либо стреляют себе в голову из автомата? Ну, много таких видео, наверное, ты видишь их. Да? Ты знаешь, я стараюсь как... именно такие видео не смотреть, если честно. Ну, это они, сам факт их наличия. У нас обычно... Так вот, я вам могу сказать, что солдат, который раненый, стреляется или взрывает себе гранаты, чтобы не попасть в плен к врагу, это кто угодно, только не слабосильный, слабосильный тупой обманутый орк, которого гонят вперед заградотряд. Потому что в момент, когда он стреляется, нет никаких заградотрядов. Он сам один на один между жизнью и смертью принимает это решение. И с такими людьми воевать очень тяжело. Андрей Белецкий, когда давал свое знаменитое интервью «Украинской правде», да, после вывода бригады несколько месяцев назад, он отметил, что 31-я отдельная штурмовая, десантно-штурмовая бригада, с которой они сражались под Бахмутом, его спрашивали про качество российских солдат, он сказал, вот что нас поразило, что очень много людей заканчивают жизнь, ну, солдаты подрывают себя, либо стреляются раненые, чтобы не попадать к нам в плен. И он говорит, с ними реально воевать тяжело, зубатые хлопцы. Он отметил это как фактор. Я тебе говорю, что это суперфактор. Как только ты видишь противника, который, чтобы не сдаться тебя в плен, подрывает тебе гранаты, себя гранаты, или, как наши хлопцы рассказывают, подходишь к блиндажу, сдавайся, живым останешься. Наши действительно оставляют в живых. Он говорит, иди нахер оттуда, кидает гранату и стреляет. Его убивают там, но он не сдается. Таких даже на видео куча случаев. Да. Так вот это кто угодно, но не тупые орки. И у нас, внимание, дилемма какая? Или подумать, что происходит, и с кем мы воюем на самом деле, и каковы перспективы, или поржать. Украинец выбирает поржать, понегодовать. Понимаешь, да? И это не способствует, скажем так, росту наших боеспособностей. Ни в частности, ни в целом.